О, раз, два, три. Господа, мое уважение, на трясущихся ногах я создал себе самый обыкновенный базовый лагерь прямо над головой у нашего общего друга, да, который там пытается поймать то ли ската, то ли какую-то рыбу. Значит, это новый житель деревни, деревни, которую я еще не нашел. Я в прошлый раз ему сделал четырехконечное гарпунидзе, но я ему не дал личинок, да, по которым он это... Темнотища страшная, но я до него дойду. У меня в целом есть фонарь, да, так скажем, у него бревно валяется. Я нашел ему гусениц. А, вот, смотри, скатов он здесь, видишь, ловит. Вот у него скаты. Он переживает, что он не может их поймать. Ну, как и в предыдущих частях, мы им будем помогать. Все, я дал. 25 доверия, рыбак получил помощь. Он должен исчезнуть, теоретически. А, нет, они не исчезают в этом дополнении, получается. Все. Они в этом дополнении не исчезают. Он продолжает охоту. Весь перебинтованный, смотри, по всей видимости, уже напарывался на шипы вот этих вот скатов. На самом деле, это достаточно опасные существа, вот эти вот. Кстати, есть информация, что когда ты... Если вы рыбачите ночью, то идеально, если вы разведете некий импровизированный костер, потому что рыба некоторого типа сбивается вот в такие вот некие... Кали ее, кали! Кали, мужик! Оп, поймал, смотри! Поймал, красава! А, так он просто, получается, рыбку колет, да? Ну и положил себе ее в задницу. Молодец, ты просто красавчик. Значит, дальше. Также мы здесь нашли с вами новые алтари. Алтарь я собрал. Черепаха. Покатай меня, большая черепаха. Вот он, этот алтарь. Я принес ему последнее перо. Мне дали 25 репутации. И я думал, что здесь будет еще какой-то ивент. Но как бы ивента не произошло. То есть это просто алтарь, который ты собираешь, получаешь репутацию. И на этом все. Собственно говоря. Я бы пошел в ту сторону. Просто потому, что там есть еще один такой же алтарь. И я его почти дособрал, да? То есть у меня там есть какие-то определенные ингредиенты. Через воду мы перепрыгиваем, потому что в воде опасно. Мы с вами видели, что наступить на ската — это все равно, что наступить на злополучную змею или скорпиона с пауком. То есть это 8 очков Гриффиндора, как бы, да? 8 очков Гриффиндора. Где-то здесь есть еще один алтарь. Надо его только найти. Главное — идти по воде. То есть вот основная задача, как ориентироваться, это идти... сейчас я иду против течения реки. То есть надо понимать, что против течения реки. Запоминаешь этот маршрут и как бы все равно по нему идешь. Потом пойдем по течению реки вниз. Потому что если я хочу найти людей, выживание... Первое правило выживания гласит: если хочешь найти поселение или людей, иди по течению реки вниз. Это основное правило выживания в джунглях. Вот, здесь тоже не хватало одного перышка. Чпок. 25 репутаций. Еще 25 репутаций. И просто... Ну, и то есть здесь ничего не происходит. Больше ничего здесь нет. Они просто... И ты их просто собираешь, соответственно. Ну, и с кайфом продолжаешь свое путешествие. Я, наверное, пойду по течению реки вниз. И буду проверять окрестности. Потому что пока что я не нашел новое поселение. Пока что я не нашел никакой зацепочки на... тему ебахака, да, у меня, например, в журнале, в моем журнале есть задача найти ебахака. Я как-то что-то пока и нет. Вот мой импровизированный великолепный лагерь. Я его на трясущихся ногах создавал уже, реально, то есть... Ощущение, что за мной кто-то следит. Нет? Ладно. Хорошо, был небольшой рев такой, знаешь, животного. Мне это не нравится. Я обычно... В такие моменты сильно напрягаюсь, просто по одной простой причине. Я кошек в этой игре почему-то всегда не слышу. Они, ну, рычат, подходят, но я не... Они буквально подкрадываются. Вот если вы смотрели полностью прохождение, буквально в каждой серии, где на меня нападала кошка, я ее в самый последний момент видел. То есть в этой игре либо реализовано это так круто, что я вижу хищное животное в самый последний момент, либо просто я, ну, Вася. Так. А, здесь был лагерь, да? Здесь был лагерь. Но туда нам явно не нужно. Я не хотел бы туда падать. Хотя, возможно, нам туда. Где я нахожусь? 37-24. Карту я пока новую тоже не нашел. Я все еще якшаюсь вот в этом аппендиксе, да? Там 37-24. Я вот здесь вот. Вот это. А, вот это течение приносит мне туда. Я понял, куда это. Нет, мне туда точно не нужно. Мне тогда направо. Налево, точнее. Мне сюда вот.
Я пойду по скале. Значит, эта скала отделяет меня, грубо говоря, от старого мира, от старой нашей карты. Я узнаю эти окрестности, потому что все это я уже видел в основном сюжете. Мы бегаем по тем же самым местам, по которым мы бегали в основном сюжете. Если я не ошибаюсь, то мы в ближайшее время выйдем на деревню Анаконды. Она так и называется The Village of Anaconda, или как-то так. Которая была в основном сюжете, где была такая большая анаконда была раскидана. Раскидана большая анаконда. На палках на таких она висела. И она была, если я не ошибаюсь, смотри, вот где-то в центре вот этого озера. То есть я хотел бы туда попасть, но предварительно обшарив вот здесь вот все скалы. Потому что на скалах могут быть легенды. Легенда — это основа этих дополнений, основа этой игры. Потому что если я не отгадаю... Так, там дерево, по которому можно подняться теоретически, да? Но, наверное, можно это потом... А, вот дропинка, и мне теоретически туда. Тукан. Здорово, тукан. Взять, расширить. Да нет, я хотел бы тебя... Подожди, зачем ты его взял-то полностью? Давай мы его разделаем. Добыть. Мне нужны перья, мне нужны кости, мне нужно мясо. Перегруз. Ну, перегруз, значит, мясо мы выкидываем. 50 килограмм. Я считаю, что пора бы съесть паёк. А еще пора бы осмотреть себя, Джейк, потому что, по всей видимости, мы с тобой подхватили пиявку, пока гонзали... О, раз, два, три, сука. Нет! Ах ты, мразь! Я в самый последний... Блядь! Ну что это? Он буквально был вот, ну что? Идет ведь говнюк! Две стрелы в голову. У меня все внутри сжалось, когда я услышал этот рев. Ах ты, тварь, кайман черный. Около воды, да, он около воды, потому что, ну, естественно, я не удивился. Точнее, в смысле, не удивился, я охерел. А, вот, смотри, еще один алтарь. Вот это меня взбодрило. Еще один алтарь, две длинные палки нужны. Вообще, в целом, можно это быстренько здесь уже и сделать, потому что... Алтарь, так или иначе, придется мне алтари эти заводить. Вон, видишь, там остров. И тот остров был... ну, я достаточно хорошо знаю карту основного сюжета. Я точно ее помню. О, еле иду. Еле иду с этой палкой. Еле иду. Ладно, надо сгружать, я думаю, с себя уже большую часть. А, я так или иначе сейчас сгружу. Просто по причине того, что я начну сюда палки вставлять. Где еще одна? Это доска, это не то, лиана, большая палка. Вон длинная внизу. А стоит ли мне туда спускаться? В воде достаточно опасно. Ну ладно, давай. Длинная палка. Опять бедный Джейк еле как идет вообще. В воде очень опасно. Я не знаю, сколько там водится. Вот, длинная палка. Вставляю ее. Рванули, полностью соберем этот алтарь. Я думаю, у меня должно хватить ингредиентов. Раз, два, три, четыре. Короткая палка. Не хватило. Давай вот эту палочку разделаем. На две короткие. Вот она, раз. Короткая палка, две лианы сюда-сюда, четыре косточки, еще веревки и перья. Готово. 25 доверия. 25 доверия сюда. Давай насобираем здесь веревок, пока мы... Ну, мы же лишились, как бы, да, определенного количества материалов. Добыть. Я бы переплыл, получается... Так, что здесь еще есть? Наверное, больше ничего, да, кроме муравейника и этой вот истории. По крайней мере, я ничего не вижу. Я вижу апельсин. О, мангровые заросли. Вот эти деревья, у которых корни, можно сказать, выступают из земли, это деревья называются мангры. А большое количество таких деревьев, да, на один квадратный сантиметр земли, называются мангровыми зарослями. Достаточно опасная история, просто по причине того, что деревья похожи одни на... другие, то есть сами на себя. И ориентироваться в мангровых зарослях очень сложно. То есть, ну типа, если вы попали в такую историю, то надо будет оставлять метки на деревьях. Иначе вы просто заблудитесь. Я иду просто пока по кромке, но мне бы, в принципе, туда переплывать. Я просто пытаюсь найти то место, где я могу вброд перейти. Вот здесь вот, например, да? То есть я не хотел бы оказаться в воде. Опасно просто. О, блядь, пчелы, сука! Пчелы-убийцы! Тихо. Там держит кого-то в плену, блядь. Тихо, 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 тихо,
тихо. Медовая, медовая какая-то история. Тихо! Люди плачут. Карта новое место. А, да здесь поселение целое. Клетки. В клетках сидят люди. Паук, паук! Паук-убийца хочет убить меня. Вон он ползет ко мне. Ну, сука. Да не мешай мне. Блять, у меня спецоперация. Сколько их? Одного врага вижу. Вторую... Сколько людей? Похую! Поехали! Здорово, придурок! Натягивай стрелу, Джейк! Да натягивай стрелу, конченый! Блять, я промазал! Он наступает, Джейк! Они наступают на тебя! Минус! Не надо! Мужики! Сколько их здесь? Колют наши... Колют и режут! Нас убивают! Джейк, нас убивают! Не надо! Не надо, урода! Нет! Бодя! Давай, работаем! До конца, до победы! До конца, до победы! До победы! Я умер! Прокол копьем! Я сюда вернусь, суки! Давай! Операция «Морские котики» объявляется открытой. Я нападу на них с воды. Я нападу на них с воды, они ничего не будут подозревать. Сейчас рассвет. Они как раз слабые, знаешь? Когда человек с утра просыпается, он такой вялый. Вялый, ему бы кофейка. Кофейка. Кофе в джунглях нет. Так, аккуратно, сразу, короче, левого вырубаем. Их здесь дохера. По всей видимости, здесь уважаемые люди находятся, понимаешь? Нужно быть аккуратнее. Так, первый, сразу. Оп, здорово. Минус. Стрелу отдай мне мою. Сука, не отдает он мне стрелу. Тихо, аккуратно. Встречаем, ребят, встречаем. Встречаем. Минус. А что? Это похоже... Уже похоже на то, что... Ты что там бегаешь? Эть! Минус. Ай, блядь, что это? Аккуратно. Стрелу забрать. Стрелы. Кто еще? Кому еще? Говна раздать. Это что там за босс-качалки, в смысле? В маске! Вэй! Мама! Больно! Пиши, блядь! Он же не придет сюда? Осмотри себя, Джейк! Раны! Латаемся быстрее! Пока он ни о чем не подозревает. Пиявка здравомыслия минус 5. У меня еще и пиявки живут. Так, но я вырубил его армию. Это хорошо. Ой, сколько насажал-то. Операция «Морские котики». В водичку, называется, окунулся. Так, тихо. Все нормально. Так, тихо. Он, походу, остался один. У меня есть хоть что-то против него? У меня есть орех. Сколько у меня... Так, сколько у меня стрел? Воин. Воин — это хорошо. Туземный лук взять. Нет места в рюкзаке. Подожди, заменить. Вот, новенький туземный лук взял. Аккуратно давай. Аккуратно возьмем здесь стрелы. Он ушел, что ли? Я же его стрелой убил. Вот стрела лежит. Стрела в голове. Вынь стрелу из головы. Вот, тоже четко всадил, смотри как. Прям хорошенько. Вон он тусуется, смотри. Вон, видишь, он ходит. Я пока буду разрушать его здание. Я был... Саботаж! В деревне саботажник! Давай! Да тихо, не кричите! Саботажник в деревне! Тихо. Все хорошо, тихо. Мадам, я вас освобожу, и вы просто убежите отсюда. Давай, Джейк! Уходи! Спасена женщина. Тека. Уходи, беги. А, она исчезла. Там ребенок сидит. Аккуратно. Вот давай по этой колонне. По несущим стенам будем бить. Да давай. Блять. Ну ударь. Нормально. Веревка. Возьми оружие в руки, Джейк.
Так, ну, по всей видимости, мне нужно будет в него сейчас всадить парочку еще, да? Тихо. Он ни о чем не подозревает. Босс качалки... Сломался! Сука, как же так-то? Так, ты никуда не уходи, я сделаю топор. Костяной. Давай. Тихо! Веревку сюда. А можно еще, костей добавить? Если я добавлю еще костей, что будет? Ничего не будет, как бы. Давай не будем заниматься ерундой. Изготовить, быстрее! Да не ори, не пали меня! Да давай, быстрее, уходи! Получено доверие, хорошо. Так, он умер! Дотек, сучара! Я знал, что ты дотечешь. Туземный топор, сюда! А, подожди. Это не так работает, походу. А ну-ка, дай-ка мне расширить, заменить! Е-бой! Это большой! И еще раз. Минус. Этим топором надо разрушать подобные строения. Мужик, не губи! Я убил здесь всех. Ты куда? Испугался? Да не переживай. Тебя ждет та же участь, что и их, сука. Аккуратно. И еще раз. Стрелу мне отдай. Стрелу. Слушай, босс качалки какой-то слишком лютый попался, вот этот вот челик. Бам! Минус здание. Ломать не строить, как говорится. А у него даже два таких туземных топора. Он в двух руках их, что ли, держал? Вот ведь придурок. Хорошо. Давай разрушим здесь все. Это явно, это 100% место, которое... Деревня Анаконда. Это же деревня Анаконда, по-моему. В центре она здесь была как раз. Так. Сколько дадут за разрушенный лагерь? Нет, пока они еще не А. Вон, видишь, еще алтарь есть. Надо алтарь этот разнести. О, легенда! Сразу взять надо будет. Раз! Два! Ну давай, попади уже! Ну! Красава! Молодец. Перья возьмем. 40. Разрушен большой лагерь. С кайфом! Так, возьмем кости, потому что... Нет, это брось, пожалуйста, это нам не нужно. Возьмем кости. Я немножко поистрепался по костям, а кости мне нужны будут для строительства алтаря. Легенда! Тот, кто найдет оружие, обретет силу ягуара. Чагуар. Круто. Черепаший панцирь, как вариант, можно взять. Веревки можно взять, да, до 10 хотя бы. Пусть они у меня тоже лежат. Ну чё, суки, я вас всех здесь... Я спас женщин. Мне осталось найти... теоретически мне осталось найти... Как бы, на кого я работаю, да, так сказать? Дайте мне стрелу просто. Отдайте мне стрелу. Ну и чё? Вот это вообще капец. Нужно, типа, наводиться, и это очень сложно. В этом плане Green Hell достаточно неоптимизированная тема, потому что вот я навожусь на стрелу. Да, есть. Хорошо. Я хочу пить. Парень после такого побоища захотел пить. А с тобой-то что? Придурок. Ладно, аккуратно, давай двигаться. Значит, здесь я все развалил. Мы находимся ведь в центре, да? Да, вот я вот здесь вот нахожусь. Ясно, понятно. Теоретически. О, мне бы слайд сейчас, кстати, сделать. О, смотри, вот здесь есть еще и какие-то эти. Как будто бы мне буквально говорят, иди по ним, иди туда. Ну, я пойду туда. Но мы неплохо сразились, я считаю. Мы неплохо сразились. В какую сторону я иду? 35-25. 35-25, и я иду на норд. 35-25, это я вот здесь, и я иду на север. Я вот так иду, получается. А нахера мне на север, если я там уже был? Я был на севере. Я пришел оттуда, буквально. Или нет? Очень сложно ориентироваться, если честно, в пространстве, потому что карта странная. Она вроде как старая, но в то же время новая. То есть я залез как будто бы на холм, и по этому холму хожу. Вообще, в основном сюжете, ну как бы... Было, то есть, как по мне, так мне не хватает еще двух кусков карты. Двух кусков целых карты. То есть, теоретически, если они хотят мне здесь как бы завершить мою, соответственно, мою историю, мне нужно еще два куска карты, не иначе. Как два куска карты. Куда я иду?
Строить свой лагерь, типа, большой, массивный, не имеет смысла на данный момент. Просто потому, что я... Ну, я бы обосновался рядом с деревней, которая должна быть, как бы, где-то, хоть где-нибудь уже, да? То есть, меня должны уже привести к деревне. Пока что я только помогаю каким-то поселенцам, которые вот так вот на воде сидят. Кстати, это опять ручеек. Подожди, а куда он меня ведет? 35, тёрсти. Да попей уже, ёб твою мать. Ну давай выпить. Ох. Ну, естественно, два паразита. Красава, чё, Джейк. Попил, давай еще попьешь. Четыре паразита. Молодец, умничка. Ну что за молодец? Ну теперь иди ищи грибы. Нашел. Сразу же. Избавиться от паразитов — это must have на данный момент. У меня как раз 4 гриба здесь и лежит. Вот и все. Я в порядке. Это хорошо. Малинерия. У меня, кстати, по-моему, броня сломалась, да? Осмотри себя. Да, у меня сломалась броня вот эта, на левой руке. Они мне ее сломали, суки. Но операция «Морские котики» прошла успешно, я так скажу. Вот, кстати, вода тоже. Можно съесть вот это. Углеводы плюс водный баланс. Орешки там падают. Вот здесь вот. Там мост внизу? Да, не иначе, как мост. Смотри. Как будто бы здесь должен сидеть человечек. А, подожди! Я что, приперся к своему старому лагерю, что ли? Черепаха ползает, и здесь челик сидел, охотник. Это же то самое место. Подожди, если я здесь поднимусь сейчас туда, вот. Вот сюда, если я поднимусь. Там будет мой старый лагерь. Мой самый первый базовый лагерь. Все правильно? Я вернулся назад, просто круг сделал. Прикинь? И даже ведь... А, ну что-то он не залезет. Ладно, он не залезет. Это не так работает. Даже моя бабушка бы залезла, но Джейк не из тех. Да, вот этот алтарь. И вот мой старый лагерь, самый первый базовый. Насколько можно потеряться, ходить кругами буквально в этих джунглях, если ты не ориентируешься? Да, вот мой лагерь. Я с него начал эту серию, господа. Я с него начал эту серию. Я бы на самом деле сохранился, потому что, ну, это... У нас была хорошая бойня, у нас была хорошая битва. Значит, где я нахожусь? 35-23. Да, вот здесь я, около легенды. Я бы вниз начал спускаться, на самом деле. Ну, то есть, надо опять идти по, получается, по течению реки, туда вниз. Я бы пошел туда. Начал бы работать в том направлении, потому что явно все, опа, перегруз. А что у меня такого? Я несу-то много. Какое-то мясо, нахер его уберем, оно мне не сдалось. Рванули. Я ем только мясо гремучих змей, мясо моего врага. На завтрак надо будет его сожрать сегодня. Надо будет завтрак себе поискать, кстати. Но я бы обосновался где-то, понимаешь? У меня нет точки опоры. Мне нужна точка опоры, с которой я начну как бы двигаться. О, личинки, но они мне не нужны. Мне нужны не личинки, а мне нужны эти... Гусеницы. А гусеницы вот на таких пеньках лежат обычно. Так. Мы расправились с огромным лагерем в той стороне, соответственно. Здесь было бревно. Я бы вернулся вот к этому бревну, пожалуй, тогда, да? То есть там было бревно, которое наверх меня ведет. Давай вернемся к бревну. Вариант. Хожу пока вслепую. Слава богу, под ногами никакой грязищи нету. Это не здесь, это дальше было. Да, капибары, пекари бегают от меня. Аккуратно. Я буквально чувствую каждый листик. Сколько время? Время час, полвторого. Нормально, пока светло будет еще. Но из-за дождя, из-за тропиков, вот из-за этих. Вот здесь вот я видел великолепный этот. Опа, легенда. Добрый вечер. Здравствуйте. А, я вас брал, что ли, уже? Я был здесь? 37-27. Я вот здесь. Был, что ли? Я не помню, я отсюда пришел или уходил отсюда? Я не помню вот этого места. Я не помню, чтобы я вот так по бревну передвигался. Я не помню этого. Но если упасть, конечно, с этого места, то будет неприятно. Давай аккуратно тогда двигаться. Ладно. Это что? А, можно вот сюда вот так вот. А, можно вон там полезть. Подожди, стой. Давай вот по этим деревьям, они явно мне на что-то... Бэ, ну что это вообще? Это просто смерть. О, там что-то лежит. Чего, блядь? Бери.
Что нужно-то от меня? Бери этот. Что это такое висит здесь? Бери. А боги меня не покарают за это? Я все правильно сделал? Что я разбил? Веревку, я не знаю, доказательство хотя бы того, что здесь это висело. Тебе не нужно это? Что это? Что это за... Вот что я сделал? Ладно, пусть будет... Пусть будет по... По ихнему. Подожди, а, стой! Это то место, где я за пацаном бежал в первой части. И у меня еще мосты вот так вот под ногами... Это кто? Что это за... А, я понял. Нормально все. Бери копье обратно. Это просто была ящерка. Я испугался что-то. Здесь никого нет. Здесь нет ничего и никого. А что это за синяя фляга была? Как бы историю нам пока не рассказывают. Я просто пока гуляю. О, еще один проем. Кстати, с этими, да? С отпечатками. Да-да-да. Это с отпечатками Ебахака. Добрый вечер. Ладно, хорошо. Я как будто бы сюда должен был вбегать. Наверняка и вбегал, кстати. В первой серии, да? 40-27. 40-27. Я вот здесь. В смысле, как это я сюда попал? Не может быть такого. Или может? Я просто спустился, что ли, вниз? Зачем я это сделал? Мне сюда не надо. Как мне кажется, или надо? Аккуратно. О, смотри. Веревка работает здесь? Да, работает. Я могу подняться. Тихо, суки! Новое место, карта. Ага, вижу веревку. Да-да-да, я могу здесь подняться, если что. О! Так это то самое место или нет? Не помню. Хоть убей. Ну, по-моему, это оно. То самое место, на которое нужна была кошка, чтобы подняться. Вот сюда я приходил, по-моему. Это было буквально... Это основной сюжет игры. Только теперь здесь есть веревка. Это что такое? Стоунхендж! Ритуальная какая-то тема? А где чашка тогда для того, чтобы я здесь попил? А почему она не помечается? Где это? 41-26. Я не знаю, где я. 41-26. Я все еще сюда смещаюсь. Так я здесь был. Везде. Я здесь уже все видел, я все здесь знаю. Вот пещера. И я был в ней. Новое место. Как новое-то? Новое? Можно грибы съесть в новом месте в этом? Подожди, так это не пещера, это обычная, типа... 41-26. Да, вот он его пометил. Тьют ты, странно. Так это же то самое... Ну, то есть это же низ карты. А, или нет? Вот, лады, кстати, которые дают воду и дают борьбу с паразитами. И тут же перегруз. Съесть? Ладно. Съесть. Можно мне уже 50 килограмм? Ладно, выкинем тогда этот плод. Сорвал и выкинул. Вот я... Ага. Я понял. Нет, я наверху все-таки. Смотри. А вот здесь веревка. Да-да-да. Вот, роуп. Мы ее должны схватить, использовать. Я ее скидываю сейчас вниз. И вот оно место. И вот оно место. Как раз вот... Да, точно. Вот здесь-то Джейк с этого лагеря идет сюда. И мы потом... Вот по этим линиям идем. Вот это место, где он поднимается в первой серии. В первой части. То есть как только мы сюда попадаем на этот остров. Вот здесь он поднимается. Вот сюда нужна была кошка. Я сюда поднимался. И вот он шорткат. И отсюда начинается движение по новой карте, получается. Вот это место. И здесь что, ничего нету больше? Вот эта история. Здесь он пьет айауаску. И здесь он отсюда бежит за пацаном. Это, по-моему, уже третий был ритуал. И он отсюда бежит за мальчиком. Вот по этим как раз-таки, вот по тем деревяшкам, по которым я прибежал сюда. По тем бревнам. Он за ним бежал. И вместо тех бревен появлялись, по-моему... Как их называют? Такие, ну, короче, галлюциногенные, что называется... плиты. И он по ним бежал. Пиявка здравомыслия. У меня пиявка? А где она у меня? На ногах, что ли? На вот это, налево, на правый, да. Раз, два. Твою мать! Вот же суки!
Аккуратно, уходим отсюда, короче. Я здесь все понял, мне здесь больше ничего не интересно. Я разбил здесь флягу. Это что такое висит? Извините меня. А, просто лианы, ничего тут такого и нет. Да, вот здесь вот он начинает бежать. Вот здесь вот ему кажутся галлюцинации. И он по галлюцинациям бежит туда. И это продолжение истории. То есть я просто вернулся назад. Ага. Но это только те, кто играл в эту игру или смотрел прохождение, могут понять. То есть тут... Да-да-да, вот он бежал вот здесь, Джейк, и потом я где-то в какой-то пещере оказываюсь. Все, осознание, произошло только что осознание. Легенду, которую я уже взял каким-то образом, не знаю я какую. Туда, наверное, нельзя пройти, да? Вот здесь вот, это же тупо будет. А, нет, я все еще иду по кромке. Не-не-не, это не локация. Нет, вернись назад, это не локация. Меня не пускает туда дальше. Сейчас упаду. Нет, не упаду, ладно. Это не локация. Так, давай, где у меня здесь импровизированный лагерь был? Рядом. Мышь! Ну-ка, пошла нахер. Нам нужно переночевать где-то. Время 5 часов, это плохая история. Чтобы бродить по джунглям, ну, типа... ночью. Мы освободили горожан. Для, получается, этого. Мы освободили... Вот мой импровизированный лагерь. Мы освободили горожан. Бревно, бревно. Вот из того этого. Это наверняка была деревня Анаконды. Не иначе. Не иначе. Деревня Анаконды. Тихо. Вы слышите? Мне показалось, или крокодил опять заорал? Надеюсь, что мне показалось. Значит, тихо. Мы в опасности или нет? Ладно, нет, мы не в опасности. Значит, я здесь. Соответственно. Вот здесь. Мне нужно двигаться теоретически направо. От вот этого острова. Соответственно, мне нужно на ист. Вот туда. От острова на ист. От острова на ист. Капибар, ты уверен, что ты хочешь этот кусочек мяса? Давай попробуем еще хоть что-нибудь найти. Соответственно. Переночуем сейчас здесь, схватить спать. И двинемся с утра в великолепный этот. Да, типа, двинемся с утра в великолепный... короче, в другое место. Опа, у меня что-то, у меня какие-то показатели упали очень сильно. Белок. Мне нужен белок срочно. А белок я могу добыть откуда? Ниоткуда, у меня вообще еды нет. Яйцо. Съесть. О! 10 протеина, 10 жиров, но ему не понравилось. Костер не развести, потому что идет дождь. То есть... у меня есть вариант добыть белок вот из этого парня, например. Прости, дружище, но ты мне пригодишься. Давай. Схватить, добыть. Я бы съел, на самом деле, сразу сырое мясо. Приготовить не удастся просто из-за того, что дождь идет. То есть придется прибегнуть к действительному навыку выживания. Съесть. Ну и нормально, я в порядке. Даже не заразился. И нам нужно еще поспать. Навес, схватить, спать. Давай-ка подрыхнем. И отправимся полностью вправо от, получается, этого. 7 утра, 8 проснемся с кайфом. В общем, проснемся, закушаем какими-нибудь историями. А хотя чем я закушаю? У меня нет завтрака. Да, я в порядке. Но у меня нет завтрака, мне нужен завтрак. А дождь еще идет. В джунглях Амазонии, в тропических, да, вот в тропиках, дожди могут идти неделями. Неделями. Нужно быть аккуратней. Я считаю. Пиявка, да? Пиявка, не иначе. Уже подхватил, да, вот уже парочку. Пока спал, уже прилепились. Нормально. Пока спал, уже прилепились. Давай тихонько просто простираться дальше. И попробуем найти... оп, мед. А там, кстати, смотри, что лежит еще. Мед мне нужен. А еще мне нужен вон тот сухпаёк, который повесили не для меня, но я его заберу. Благодарствую. Это мой завтрак. Ха-ха! Искал завтрак, нашел завтрак. Легкая игра, легкая жизнь. Благодарствую. Палочку возьму тоже у вас здесь. Так, вон у меня это получается анаконда, да? Анаконда там, мне на ист. Мне вот в ту сторону от анаконды двигаться.
Я бы четко просто начал. Пора исследовать местность. Пора исследовать. Вода. Вот этот канал, через который, грубо говоря, идет. Ага. Через который идет весь этот движняк. Это что там такое, подожди? А, это еще один этот тотем, который я собрал, видимо, да? Тотем собран. Где я нахожусь? О, мужик! Еще один, да, челик? Че ему надо? Бамбуковый лук, братан. Та-ла-ла-ла. Бамбуковый лук? А у меня какой, подожди. Я могу ему помочь чем-то? Туземный. А! Бамбуковый лук. Где же я тебе бамбук здесь возьму? Ты что, прикалываешься? Я только что ушел из того места, где был бамбук. Ой, а я не могу двигаться с этим топором, прикинь. Я не могу двигаться с этим топором, он мне мешает. Или могу? А, да, он 5 килограмм весит. Нахер мне этот топор сдался. А, подожди, надо было... Ну ладно, хер с ним. Я хочу найти бамбук. Хоть один. Мне нужна просто... Мне нужен один отросточек бамбука. Бамбук, 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 бамбук. Тихо, суки! Я слышу, как кто-то ж передвигается здесь. Надо мужику помочь. Не иначе. И я думаю, что мы будем сворачиваться, потому что помощь мужику... Это репутация. Репутация — это некий... Некая контрольная точка. Это что такое? Кость. Я здесь кого-то разваливал? Я здесь кого-то разваливал, по всей видимости. Я был здесь? Я не понимаю. Я здесь ходил, я хожу кругами какими-то. Я хожу кругами. Это хорошо. И в то же время плохо, потому что я не ориентируюсь уже. Мне нужны тонкие отростки бамбука. Сука! Вот же с ним раз! Блять, петуша! Отвали от меня! Да хватит! Вот что я говорил про этих кошек сраных? Ну что это такое? Ты посмотри на эту рану. Просто пиздец. Повязка. С чем нужна повязка? У меня кровотечение. У меня кровотечение. Листовая повязка. У меня есть что-то? У меня есть мед. С медом можно сделать? Быстрее. И наложить на себя повязку с медом. Можно уже быстрее это сделать? Осмотри себя. Ты посмотри на эту рану. Нет, нельзя наложить. С медом нельзя. Табак. Хоста. И с табаком нельзя. Просто листовая повязка тоже не накладывается. С медом не накладывается. Ничего не накладывается. Ты посмотри на эту рану. Притом, кстати, она меня поранила четко там, где была отсутствовала броня, прикинь. Так нелепо умереть. Стрелу мне отдай, сука, дрянь. У меня кровотечение. Табак хоста не работает, не работает еще и это. Что может сработать? Подожди, с чем кровотечение? Как остановить? Древесный уголь. У меня золы нет, случайно? Добыть. Золы нет там? Зола. Зола, 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 быстрее. Зола. Листовая повязка. Повязка с золой. Зола останавливает кровотечение. Это же как порох. Да смотри себя, придурок. Зола. Никакая повязка не работает, я не понимаю. Почему я не могу никакую повязку на себя наложить? Настройки, управление, игра, графика. Графика. Дальность прорисовки. Угол обзора. Повысить его. Принять. Да. Сохранить. Осмотреть себя еще раз. Вот огромная рана. Наложи на себя что-то. А, вот он накладывает. Оп. Кошмар какой. Все, ладно. Кровотечение остановлено. Вот ублюдки! Вот что я говорил про этих кошек? Но это же вообще просто пипец. Они так подкрадываются незаметно. О чем речь вообще? Что мы пытались сделать сейчас? Я вообще все забыл. Что я хочу? Помочь мужику, мне нужны бамбуковые палки. Я вспомнил. А там не бамбук растет, кстати, вот на той стороне. Слышишь, там на коне развивается крест. Вот это не бамбук здесь? Да, бамбук. Не иначе. Вот бамбук.
Давай мы возьмем у мужика. Здесь был топор. Вот он. Топор. Сюда. И мне нужны тоненькие палки. Тоненькие палки, соответственно. И раз. Два, блин. И целый. Целый этот упал. Чтобы сделать бамбуковый лук, нам нужно изготовить из длинной палки и веревки бамбуковый лук. Девать его некуда, поэтому мы его вместо вот этой вот великолепного топора нахер его выбрасываем. 5 килограмм весит. Я что, дурак, что ли, таскать его с собой? Значит, нам нужно, получается, от этого на ист. Вон, нет, вон канал, мне в ту сторону. Зачем мне на ист? Мне в ту сторону нужно двигаться. Вон этот канал, откуда все стекает. Доходим до мужика, кладем ему бамбуковый лук и... Господа, будем с вами прощаться, потому что... Потому что я что-то много сегодня пережил за эту серию. Я так и не нашел пока никакое упоминание о новой деревне. Но я продолжаю помогать жителям, которые, наверное, замолвят за меня словечко. Замолвят за меня словечко-то, да? Что-то я перенервничал. Крокодил, пума, люди. Жесть. Так. Мужик, не губи. Лови. С кайфом. 25 доверия. Красава. Ух. Убийца, машина. Что будешь делать теперь? Охотиться за кем-то будешь? А я здесь был, да? 35-29. Я был здесь? 35-29. Далековато. Это где-то там. Ха. Прикольно. Здесь, кстати, можно, наверное, какую-нибудь эту еще. Какую легенду можно было бы разместить? Интересно. А, вон она, легенда. Я взял ее? Я был здесь, что ли? Я не понимаю, почему я их не могу хватать-то? Это старая карта или новая карта? Я был здесь, не был здесь. Я не понимаю уже ни хера. Ой, упал в воду. Ой, там что-то... Там глубоко. Можно я выплыву отсюда, пожалуйста? Такое ощущение, что я здесь уже бегал. И часть легенд каких-то я уже знаю. Мужик, не стреляй только в меня, подожди, я не рыба. Брат, я не рыба. Ладно. Я присяду около него, пусть он охотится. Мы сейчас с ним что-нибудь поймаем, зажарим рыбку и съедим. Поймал? Сука. Сука. Поймал, нет? О, поймал. Все, он поймал нам, получается, обед, ужин и завтрак. Я с ним останусь, с ним комфортно, у него есть оружие. У меня как бы тоже есть, наверное, видел? Вот так вот. Булыга у тебя ничего, конечно. Господа, Гринхелл, спасибо, что были со мной. Продвигаемся по великолепным джунглям. Идет дождь уже, наверное, четвертый день. Я не помню, когда в этих джунглях не было дождя. По крайней мере, когда я зашел в этом дополнении. Возможно, это, ну, необходимость. То есть, возможно, ивент какой-то идет. И 10 марта в пятницу идет дождь. Все. Всем хорошего дня. Всем пока.